Москвы. Я не знаю, как он должен выглядеть, но это должен быть человек, который часто-часто бывает в Европе, которому будет нравиться тот чистый воздух, который есть у них и нет у нас. Те велосипедные дорожки, которые есть у них и нет у нас. Тот комфорт для людей, который есть там и не хватает у нас. Этот человек должен много путешествовать и привозить все самое лучшее в страну, в нашу, и делать так, чтобы мы, жители столицы и гости, которые к нам приезжают, с восторгом бы, не боясь, гуляли бы по улицам, могли бы сидеть везде на скамеечках, кататься на катках, может быть, даже бесплатно, скорее всего, и чтобы мы могли свободно дышать, и чтобы машины с мигалками, чтобы машины с мигалок не было на дорогах, потому что все люди равны. Если вы занимаетесь чем-то очень серьезным и вам нужно куда-то добраться, организуйте свое управление так, чтобы все находилось в одном месте, чтобы вы приезжали на работу и вам не нужно было передвигаться по Москве, перекрывать Москву, потому что все мы живые люди. У всех у нас семьи, дети, и мы тоже спешим домой. Поэтому мне кажется, что мэр Москвы должен быть абсолютно светлым, добрым, человеком, который катается на велосипеде, который может встать на ролики или любит спорт, уважает спорт и делает все, чтобы жители города были здоровы. Потому что спорт, отдых и чистый воздух – это наше здоровье.